В Краскове успешно реализуется программа «Чистая вода». Модернизация и техническое оснащение водозаборного узла номер 2 обеспечивают высокое качество главного напитка. Жители Подмосковья могут без опасений употреблять воду из-под крана. На днях в этом убедилась наша съемочная группа. Второй водозаборный узел в Краскове прошел масштабную реконструкцию в 2015 году. Необходимость в этом появилась из-за низкого качества питьевой воды. Работы были проведены за счет частных инвесторов. Благодаря модернизации качество воды выросло в разы. Сейчас ею пользуются порядка 4500 жителей поселка. Население довольно. Да, есть еще определенные, как бы сказать, то, что жители говорят, что это, но это больше связано с рядом старых коммуникаций, которыми поселение также и теперь городской округ занимается. Но само качество воды выросло, количество жалоб населения сильно снизилось. Депутат Дмитрий Локтионов на собственном примере показал, что пить красковскую воду можно без опасения. Она кристально чистая и вкусная. Без цвета, без запаха, но и очень холодная. Вкусная вода. Добиться такого результата удалось благодаря бурению новых скважин и установке системы водоподготовки. Перед тем, как попасть в дома, главный источник жизни проходит несколько этапов очистки. Вода, поднятая со скважин, под давлением 5 атмосфер подается вот в эти емкости, вот этих 6 штук установлено. Параллельно с водой подается кислород, ну, воздух атмосферный, повышенным давлением. В процессе смешивания воды и воздуха происходит окисление железа, которое выпадает в осадок. За счет мембран, которые установлены, это железо все оседает, вода проходит дальше уже непосредственно в резервуар чистой воды. Резервуар чистой воды рассчитан на 1000 кубометров, поэтому даже при аварийной ситуации ВЗУ способен работать в штатном режиме. Кроме того, здесь установлен резервный дизель-генератор, что также, в свою очередь, обеспечивает бесперебойную подачу воды. Луиза Егиазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.